Открытая трибуна. В райотделах спилили решетки на входе. Правильное ли это решение? Считаете ли вы, что полиция становится ближе к народу? Не знаю. Но я думаю, что правоохранительные органы, так в идеале, они не должны быть народу не близки. Ну, честно, мы имеем в виду народу. Не близки, не далеки. Их просто не должно быть заметно. А работа их должна ощущаться. Как-то помягче хочется сказать. Ну, склонность граждан проявлять свою какую-то гражданскую позицию слишком показушно и агрессивно, как показывает практика, ничем хорошим не заканчивается. Поэтому, если мы хотим начать жить в хорошей стране, то необходимо действительно делать это все законно, правильно и культурно. Конечно, конечно стали. Ничего себе, послушались. Послушали указ начальника. Послушание, конечно, стали. Я думаю, стали. Я считаю, что да, потому что у меня подруга возле моей школы упала, сломала себе ногу, ее правоохранительные органы даже доставили в больницу. Они ей помогли, они с ней открыто общались. Когда происходит какая-либо ситуация, они не всегда реагируют на наши сообщения. Происходили несколько случаев, на которые они, ну, просто проигнорировали. Хотя мы находились в границах Одессы, но туда полиция сказала, что она не может приехать, потому что это не их территория. И в конце концов мы остались без поддержки полиции. Открытая трибуна.